По абсолютно непредвиденным обстоятельствам стрим задержался аж на полчаса. Ай-яй-яй. То мы выходим на час раньше, то начинаем на полчаса позже. Получается, что мы в те дни, когда выходили раньше, отработали сегодняшнее опоздание. В сумме рабочие часы. Да не надо, пожалуйста. По-больному. Что ж, я предлагаю начать. Итак, в прошлый раз мы забежали таки во владение... Кто у нас там? Там горного короля какого-то. Да, лорд Замочник его зовут. Но мы там прошли куда-то, конечно же, зачем-то. Ладно, суть в том, что, похоже, возможно, сегодня у нас последняя серия Death's Door. Что ж, это будет и радостной новостью, может быть, для кого-то. Но я, наверное, даже немножко погрущу, потому что эта игра мне действительно... Блин, тут была лестница. Мне действительно нравится. Блин. А нам снова надо все это проходить, точно. Где мы вообще закончили свой путь, я не помню. Да, мы тут замутили какао с кофе. И, по-моему, это прикольно, когда ты... Так, это мы все уже прошли, слава. Нибудь. А чем мы здесь не открыли? Мы что, пошли в другую сторону? Да, кажется, в прошлый раз мы пошли в другую сторону. Что тут было? Блин. Это нормально вообще? Короче, рассказываю историю. Пошли мы однажды в магазин. Мне дико хотелось йогурта вкусного. Черничного йогурта. Мы его взяли. Пили. Идем по улице, открываем. А он уже отпит. Кем-то. И это не мы. А теперь вообще неожиданная подстава. У меня в... Как это называется? В упаковке, где есть две палки, одна из них обломленная. И нету кусочка нигде. Что такое? Почему мне так везет на это, а? Ладно, надеюсь, он хотя бы вкусный. Чипсы со вкусом горя. Грустно, но вкусно. Так. Угу. Так, а что делать? Так, подождите. Я сначала пойму, какой... Таков мой план. Так. А ты не мог запрыгнуть обратно к этому столбику? Ну, вот сюда, к центру. Да, да. Ты вообще можешь туда запрыгнуть? Ой, блин. А, нет? Нет. Так. Мне интересно, я могу задоджить эту атаку? А ты можешь спрятаться за крест? Да, можешь. Нет, спрячься за крест. Сейчас. Пробуем. О, работает. Так, нам надо прострелить вон тот дальний. Боюсь, тебе придется отсюда.
еще... Оу, фак! Так ты можешь за другими крестами прятаться, ты прыгаешься и встаешь. Вот так вот, да. Ну, не вот так вот, ладно. Так, смотрите, нам надо как-то попасть вон в ту штуку. Это можно сделать только при таком положении этой штуки. Или, вот смотря отсюда, прямо перед тем, как она... У меня есть еще одна идея. Я хочу попробовать задолжить эту атаку. Так. Сейчас. Нет. Задолжить нельзя. Ты собирался бить свет? Блин, я не попали. Будем честны, это сделать сложновато. Ничего. А, да подожди. Что ты тут что-то? Вон там есть крест? Вон там. Вот. Ты чего? Тут ведь можно просто по кругу вот так вот тык-тык-тык-тык-тык. Что? Блин. Логично. Все тогда, поехали. А только... О! Я думал, какие-то сложности себе. По факту. Я тут чуть не это... Так, все, тянем за ручку. Ура! А вот и эта штука, которую я хотел зажечь. О, точно. Осталось найти всего так. Лишь одну. Блин, скорее всего, мы уже видели последнего. Последнюю штуку, которую надо зажечь. Но где мы ее видели? Mm.
И опять-таки там круг. Ух ты, у нас уже 600. Монет. Да. Меня захватил кау. Внимание, вопрос. А, мы... Я знаю, где мы. Там наверху кто-то стоит. Красный. Там. А, лол. Да. Так, ну, в мир душ мы не хотим. О, сюда мы еще... Вот эту шапочку я бы себе забрал. Хорошая шапочка. Интересно, а если ворона надевает эту шапку, она становится автоматически лордом? Ага. Лучше спроси, что будет, точнее нет, что должно произойти, чтобы стервятник стал лордом. Нет, мысли нет. Нет, я понимаю, о чем ты, но не понимаю, о чем ты. Подождите. Мы, по-моему, вот сюда вот... А, нет, мы, короче, зашли с другой стороны и все еще не можем открыть эту дверь. Там мы были. Мы вроде бы туда не ходили. Да, но я не знаю, как открыть эту дверь. Давайте подумаем. Как-нибудь. Что будет, если эту штуку ударить? Там просто эта штука. А. Так сделаем. А если тут эту штуку? Подождите-ка. Точно. Мы же можем это и так сделать. Без всяких сложных размышлений. Что-то я сегодня. Да. Вот так на людей. О! Учеба. Новое место? Да. Да. A home. Забавно, я тупехнулся за эту штуку. Пыф. 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 Тут должна быть последняя. О, да. И она тут есть. Да. Хей. Ну, давай, раскрой мне тайну кругов. Тайная комната снова открыта. А, это просто... Здесь покоится лорд-ключник. Третий из династии лордов. Подождите, а мы не его? Да, пришли. Или нет. Точно, наш лорд-замочник. Его правление было стабильным и лишенным трудностей. Правитель, умело распределявший обязанности. Большую часть ответственного ему времени, введенного ему времени, он провел в исследованиях разных измерений, дабы расширить свои знания. И власть. Так, мы здесь были. Как вернуться? Да, ну, если сюда. Будет. О, шикарно. Это то, что мы хотели. Так. А, ну давайте сначала с ней поговорим. Может, она что скажет. Ух ты! Тебе удалось запустить лифт! Самое время, я как раз дописала куплет своей песни. Тебе, ну, тебе уже не терпится ее услышать? Мы ее услышим! Попробуем. Ну, отлично, тогда слушай.
Зум. Меня заинтересовал этот инструмент. Потому что он сам играет. Достаточно им стукать. Он дышит. Он дышит. Нет, с каким звуком? Со звуком волынки. Подождите, мы что, вверх идем? Я думаю, мы вниз спускаемся, как обычно. Вот нет. Вау, что-то новенькое. Вау-вау-вау. Так, а что это? Может его зажечь? Может его зажечь? Пойми. И если есть порох, ему как-то по боку. За то, что мы его пытаемся зажечь. Босс? Нет, кажется, пахнет не боссом. Пожалуй. Посади картошку, ну. Ах ты что, луков? Да, я прикачу твой лук. К нашему лагерю. До скорой встречи. К чьему лагерю? Нашему. Что за коммунисты тут поселились? Блин, как много политических шуток в этой... Что, нельзя? В этом прохождении. У нас табуна политика. А, подожди, ты чё, мой враг, что ли? Я думал, это та девушка. Наш. Я тоже сначала. Со своей волыной. Волына. Подожди, ты не знаешь, что такое волына? Волына. А? Волыны называют в метро, например. Типа... А, в игре метро? Да, в игре метро пушки называют волынами. Не моего. Так если это наш лагерь, зачем же вы тут такое приветствие нерадушное оказываете? Вообще. Странно, я думал, что оно зажжется. Я тоже. Но оно не зажглось. О, нет. А впрочем. Ну и что? Вопрос. Да. Да, мы это понимаем, не можем, да? Mm-hmm. Это похоже на место, где мы будем сражаться с боссом. Арена. Ой, хлипкий мостик. Просто жут. Это птица с оголенными мозгами. Пока я об этом не думал, мне было намного лучше. Живи теперь с этим. О, гнезда. Пустые. Не обращайте внимания, просто... Ой. Он налил в очередной раз, чуть не... Упал. Ну что, посмотрим, где мы окажемся? Ладно. Лагерь свободных ворон. С оголенными мозгами. А почему он находится чуть ли не посередине владений лорда-ключника? А вот. Или замочника. О-о-о. Добро пожаловать в лагерь свободных... свободных ворон, наш долгожданный друг. Мы знали, что разные... Или поздно ты придешь. Хотя и без, не без некоторой да внешней что? Помощи. Хи-хи-хи. А, это этот... Старый ворон. Нет. Это этот ворон писал дневники. А? Хи-хи-хи. Со смыслом, да. Мы общество свободно мыслящих личностей, элладийцы, блин. И мы не согласны жить по законам лорда Врат. Нам не нужно уродливое бессмертие. Мы, если за него мы должны платить своими жизнями. К
чему вечная жизнь, если это жизнь раба? Нет, мы будем жить свободно и умрем свободными. Вперед! Сбирайся еще выше! Победи чудовище на вершине горы и забери его душу! Кстати, не забудь, как следует подготовиться к битве. Знай, мы рады видеть тебя в любое время. О, ключик, ключик, ключик. О, ключик. Правда, ключик. Вы совершенно правы. А это не тот сам? А, нет, не тот. А здесь что? А поговори с тем. Ворона-предвестник. Это уже приходилось видеть наши алтари? Похоже, тебе удалось отыскать не все из них. Осталось найти еще 10. У алтарей ты обретешь силу, что поможет во время странствий и в битве с чудовищем на вершине горы. Как выглядят алтари? Вот это алтарь? Это алтарь, это там, где сова. 10. Ну что ж, еще 10 штук. Еще 2 алтаря. А вот там нельзя пройти? Домик зайти. Не думаю. Еще, точнее, 6 алтарей с магией и 4 алтаря с жизнями. Здравствуй, ворона-предвестник. Перед тобой врата знаний. Их глаза видят все. Их сердце ведает обо всем. Их душа заключена во всем. Они нашептывают нам советы в трудный час. Это жиза! Врата предсказали твое появление и твое предназначение. Ух. Сейчас, подожди. Но только аватар, властелин всех 4 стихий свободы, способен вернуть этому миру равновесие. Почему вы все такие большие? Это просто ты такой маленький. Добро пожаловать, ворона-предвестник. Это, кстати, грач. Что тут забыл? Мы живем скромно, питаемся тем, что дает нам земля. Даже выстилаем гнезда линялой шерстью чудовища с вершины горы. Жуть. Вот этот моток лежал, это, помнишь, голубой? Это уже шерсть вершины горы. Ну и пусть. Что? А этот, кстати, нас не привечает. Чудовище с вершины горы. Ни разу даже не показался. Эй, а знак? Так. Мёрзлому каньону. Осторожнее там. Так, тогда мы сначала сюда проверим. Если нам дальше в ту сторону, надо проверить сначала ту сторону, в которую нам идти не надо. О, сама добралась. Так. Ну, вот тут не все еще посмотрим. Подожди. Я хочу наверх, на вершину горы. Старые дозорные башни. Граница запретная. О, ключик. А, это пошло. Это как раз таки неудивительно. Тут, по-моему, вся игра что-то китайское. Нет. Точка-то европейская вполне. Оу. Что? Что меня ударило? Думали, я вас не достану. Вау! Было близко. Молодой человек.
опасную игру вы затеяли. А-а-а! Поесть не дают, а? Вы что? Война войной, а обед по расписанию. Надо их отвезти подальше. Погнали, погнали, пацаны, погнали! Не вниз. Чё, блин, этот чёрт прямо около лучника стоит? Чё, быстрее идти. А, о, кстати, не зайдёт. Блин. Но этот меч мне нравится, меч чёткий. Так, подождите, сначала... Эта штука меня должна куда-то привести или нет? Где? Попробуй к ней зацепиться. Нет. Так, я так полагаю... Блин, я же прыгал. О! У этого, кстати, оружие молот большое. Против этого. Ай, нет, вернись наверх, тут просто нет. Упасть. Ты хочешь... толкнуть? Делаешь. О, вау. 12, что так мало? Факту. Наверное, было нелогично идти сначала в эту сторону. Знаете что? Давайте вернемся. Было нелогично, в принципе, идти наверх, вот так скажем. Да. Давайте мы сначала низ там пройдем. Да, мы... Хотя, как мы сейчас вернемся, да? А чё? Можно умереть. 3 раза сброситься? Да. Просто смотри, мы сейчас не сможем никак вернуться к вратам. А вот сюда. Мы тут уже везде были. Мы только на самый верх не пошли. Ладно, давайте лучше сейчас... Так. А. Я уж испугался, что нам не дадут. Ну, посмотрел, здесь красиво. Да. Пойдем в лагерь свободных ворон. Да. Так, вроде бы туда этот лагерь. А мы пойдем дальше. Так, нет, это к вершине. Ну ты там не все посмотрел. На вершине мы все посмотрели. А, хотя, подождите. Мы же отсюда пришли. Нет. А, да. Но нет, подождите, мы пришли оттуда. Что? Я не знаю, я запутал. Эти мозговитые вороны сбивают с толку. А, тут не все. Оно скользит! Ух ты. Вау. Нет. О. А смысл? Не знаю. Так. Надо было сначала встать на эту. Сейчас, сначала нам надо сделать вот так вот, потом вот так. Да блин. Ты что делаешь? Может, все-таки по очереди? Нет. Все-таки дотянется вот отсюда туда. Нет. Это уже не первая задача на оптимизацию. Давай. Нет. Блин. Слишком рано мы обрадовались. Ладно, ничего страшного. Побежали. Так.
Надо сразу занять точку, можно более близко. Давай, 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 сразу. Молодец. Так. Наверное. А вот это вопрос. А чё, сломать здесь и может достанет? Нет? Скорее всего, нет. Вот здесь. А, быстро. Блин. Ну что, этот куб часов? Не часов. Да блин, встань. Быстрей, 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 быстрей. Так, оп, быстрей. Это было, да. Куда нам? Правильно? Что? Не знаю. Ничего себе, это змеюка какая. А-а-а. А-а-а, кошмар, надо успеть полностью пробежать это все. Жуть. Угу. Ай, нет. Блин, это все заново надо будет проходить, если... Еще одна ошибка, и ты ошибся. Так. Нет, подожди. А, встань как можно ближе уже, ну, на пределе длины цепочки. Погнали. Вперед, вперед, вперед. Круто! Это все вот ради одной вот этой штуки? Ага. Нам же даже не нужны новые хп. Мы же все равно не наберем их 4 штуки. А вдруг? Нам сказали, что к этой битве нужно подготовиться. По факту. Это все, что мы здесь могли найти. Дальше нам туда, куда мы уже бегали. Ну да. И уже полстрима прошло. Ну, в смысле, полвремени. Ладно, мы даже пешком до туда возбегаем, представляете? Кстати, это... Что делать? Барт. А, штука. Почему там ключ внизу засветился? Не знаю. Ну, как то, что нужно взорвать. Что ж, из-за того, что мы в прошлый раз здесь умерли. Что, ты еще не умер? Я думал, я-то думал, что мы с ним уже все решили, а он оказывается. Ой, ой. Да давай уж сразу сдохну, в сторону Пупец. У тебя какая-то суперспособность открывается, когда у тебя последний хп остается, да? Типа того. Ага. А до того, как у меня остается последний хп, у меня суперспособность получать каждый удар, который в меня летит. Вау! А! Суперспособность.
активировано. Жалко, цветочка поблизости. Да. А можно немножко хила, пожалуйста? Ну, не настолько немножко. Так, чтобы им можно было захилиться, пожалуйста. Будьте добры. Чудо с пломбиром тема. Не реклама. Но если нам за... Но если чудо хочет с нами сотрудничать, мы с радостью будем рекламировать его. Да. Ну-ка. Чекай. А... Эй, слышь, сюда подошел. Блин. Оу. Ну что ж, видимо, это твой стиль игры. Ага. Таковы волшебники хвоста феи. Блин, а ведь точно. Тупо типичный анимешник стайл. Огребает, огребает, огребает. Потом... Активируются все запасы. Да. Еще не все. Говорю, что у тебя уже хода полный. Так, по правилам. В смысле не по правилам? Я это активировал. Звал Биса. Да. Курама, помоги мне. Да, я знаю, что только истинные... А, блин, ладно. Истинные истиновцы поняли, о чем я сейчас. Не знала, что я истинный. Меня так никто никогда не называл. Ай, блин. Да блин, отстань, 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 отстань. Блин! За камнями что? Можно драться. Ну, ну все. Они разбудили. Блин. А что так жестко-то? Ну так ты к боссу подбираешься. Естественно, жестко. А чего так далеко бежать, если проиграл? Актуальные вопросы на самом деле. Нет, ну по факту, блин. Уже. Может, там наверху есть дверь, которую... А! Один чел. Просто второй чел. Третий был мне. Они просто свалились, а монетки все равно не прилетели. Ну так... Да, вот это иди от этой штуки. Она тебе все равно ни к чему, ты не умеешь по лестницам подниматься. А мне в самый раз. Что? Что? А, он пришел сюда? Чего? 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 Фак. Ё-моё, а дальше ты как? О, это было близко. Блин. Лазер с большим интересом смотрит в твою сторону. О, вау, это было гениально. Круто, круто. Забавно. Он так завис в воздухе, когда эта штука активировалась. Забавно. Он сейчас будет на поле. Да. Он там был уже. А, да? Да. О, и не один. Нет. Модон. Только не опять. Вот иди сюда лучше. Давайте встретимся по моим правилам. В твоей территории? Да. И не умеют сюда ходить. Не глупенькие.
Так, у меня вроде бы там было что-то типа того. Оу, нет, что? Что? На камне стоит? Да. Я думаю, странная стратегия, ну ладно, но я не знаю, что делать. В общем, тут такое дело, у меня остался последний хп, поэтому я буду... Так, минус один. Давай второго постреляем. Что ты делаешь? Постреляем, это не так. Покушать бы, знаете ли. Да, знаете, я тоже не против покушать. Стресс, да, это стресс, он да. Много силы съедает. Вообще тут такая физическая активность. Фуф, еле... А Барт, вон, добралась без проблем. Они живут без заботы проблем, пусть и недолго. Фишки знают, что такое ломка. Глядя на чужие ошибки, можно сделать все иначе, чтобы никогда не совершить их. К большому сожалению, надо быть плохим примером гораздо веселее. Подойдишь ты ко мне. А, он немножко ниже, чем я. Ладно. Это так нет. С его стороны быть ниже, чем я. Да. Согласен. Уйди! Уйди! Что? Что произошло? Я просто не понял, что произошло. Рушатся эти. Да это... Тебя спихнул. Удачно. Ладно. Скорее всего, ты притянулся к кому-то, кого уже столкнул. Так. Я не особо понимаю, куда бежать. Пойдем вот на это. На что, ну... на чем держалась эта штука, мне интересно. Так. Чего, тут еще лазеры. Там подача тоже есть. Еще один. Почему им не наносит? Иначе мне было бы слишком легко, я полагаю. А нет, тоже нет. Ой-ой-ой. Так, давай, модон. Да, вау. Офигеть. Ой, там еще и покушать можно. Так, а вот покушать это да. Покушать это святое. Ну-ка. Прошелся еще так по самому краешку этой деревяшки. Страшно. О, вау. Да блин! Ну-ка, не замахиваться второй раз. Ну ладно, можешь вообще не замахиваться. Ладно, я не против. Кайфую от этого меча. Ну что, подходи. Наверное, он даже круче, чем... Надо же, я думал, что меня на этом моменте начнут кусать. Блин! Вот... Еще один раз. Какой продуктивный он, оказывается, оказался. Блин. Так. А, кидается. Фух.
Говно. Вау. Это круто. Да, я так. Да, в общем-то... Баклажан. Разве могло быть иначе? Ой-ой-ой. Пек-пек. Он двигался. О, опять пек. Ага. Тут весело. Здесь хотя бы ограждение есть. Фак. Еще бы была хилка. О, забавно. Так вот, если бы была хилка, блин. А тут нет ограждения. Ну что, станцуем на льду? Ну, если ты уже уходишь. Может, все-таки станцуем? А-а-а, опасно. Что, слов нет, одни эмоции? Да. Блин! О, это было напряжённо! Вау! Так, не висни. Не лагай. Так, чувак, ты что, не понимаешь, что на лёд нельзя бросать пушки, бомбы и так далее? Он же сломается, мы тогда все упадём. Блин! Нет! Ограждение, всё нормально. Тут безопасно. Ну ладно, сидим. Вау. Вот это комбо-атака, которую мы заслужили. Может, уже дадите мне хотя бы немножко похилиться? Чуть-чуть. Да, зачем? Ты на этом режиме гораздо лучше играешь. Так, ну, я вижу семечку. А, только попробуй, упади. Я ведь попробую. Не надо. Она специально на самом краю лежит, чтобы сложно было. О, можно захилиться. А. Так, что-то. Фух. Фул хп. Ой, оказывается, здесь совершенно другая цветовая гамма. Это финал босс. Это. А нет, так, разминочка. Интересно, он получил этот урон, то что врезался в лёд. Ой. Блин. Убежал. А. А, ладно. Фу.
Блин. Вау, вау, вау. Двоих раз. Потная каточка. О. Про, это мы любим. Да. Ну что, мы наконец-то пришли к горному королю или нет еще? Кажется, да. Сейчас будет босс. Наконец-то. Вот и чудовище. Ох, какие же как же колотится мое сердце. Ты будешь сражаться? Я постою в сторонке, чтобы не мешать, и сделаю пару заметок для своей песни. Удачи. А, да. Ну, мы и так вроде бы на фулл хп. О, привет. Что ж, это не лорд. О май гад. Это реально неожиданно. Бетти. Бетти. Как Бетти, так и Бетти. Девочка, девчуля. Бетти, красотуля. Снежная девица. Что? И учиться. Ничего себе ты. Глубок. Так, с тобой драться, эй. Ай. Блин, и это ведь только первая ее стадия. Стрелять по ней не вариант. О, трещинки. Что за трещинки? Блин, она же еще раз атакует. Ладно. Поехали. Зато этот босс не болтает. Ай, блин. Ау. Вот. Ау. Это же Unreal. Ладно. А все-таки стрелять как-то попробовать. Не знаю, мне больше нравится идея притягиваться. Хотя, блин, на самом деле она в ближнем бою намного сильнее, чем мы. Много проворнее, я бы сказал. Эта штука быстрее. Да блин! Она еще и дожит половину моих атак. Тем, что прыгает. Блин, надо было качать у вороты. Может, кстати, точно, мы можем сгонять и прокачать у вороты, но только один раз. Я бы. А то что-то вообще не весело. Так, ай. Куда?
Мы где-нибудь можем сейчас пойти и прокачать... А, и набить себе немножко... Здесь стало так много цвета. Нам бы еще 200 монеток где-нибудь может, надыбать. На фарме, да. Давайте попробуем 200 монеток нафармить, потом вернуться. Мы, в принципе, еще даже успеть можем. Сейчас бы вспомнить, где эти паучки прячутся. Не там где-то. А, ладно. Так. Мне так нравится музыка, которая здесь. Кажется, я не могу убить одновременно по... больше, чем 5 целям. Просто я 5 паучков убиваю, а 6 остается. Точно. Так, это чтобы выйти отсюда. Давайте посмотрим, может мы тут научились что-нибудь преодолевать. А, эти двое просто прыгают в тот момент, когда я бью, понял. Осталось 100. Я пытаюсь понять, стало ли лучше, но что-то, по-моему... Ну, в смысле, стал ли он быстрее прыгать? Как-то ну, чуть-чуть разве что. А, блин. Из-за тебя, паучок, мне придется обходить эту штуку заново. Блин, вы понимаете, насколько это плотно сейчас будет? Надо сделать вот так вот, подготовить свои руки. Вот так вот. Я прям вижу, что ты опять какие-то сложности. Блин, ладно. Сейчас все будет. Не волнуйтесь, господа.
Раз, два, три. Так. Это что такое? Там недавно спойлеры были по поводу того, что можно прокачивать навыки. Больно. А, ну... Фига. Чего? Ай! Как? Что? Как это проходить? Блин. Подождите, что это за штука? Я думаю, надо преодолеть какие-то его стадии, чтобы хотя бы один крюк появился. А как вот это вот преодолеть? А, надо просто от него подальше держаться, да? Понял. Это же просто, ну, нереально. Ну, его не оглушает это. Типа что? Может, это можно как-то доджить, не знаю. Еще раз. Может быть, другое оружие попробуй. Да, ну, рано ты теряешь на них. Он бьет, потом поворачивается. Но блин, это же ну никак нельзя задоджить. Блин, на нем только одна трещинка появилась. Одна, блин. Что? Что это за штука? Тут красная вокруг него сейчас летала. Наверное, из-за того, что трещинка появилась. Нежданно, негаданно. Да. Это босс стал главным. Так, в момент, когда он поднимает эту хрень вверх, в смысле свой камертон, или как его там зовут. Да, я умный человек, я знаю, как эта штука должна называться. Так вот, когда он его поднимает, надо его ударить. Когда он не сможет... Да, тогда он теоретически не сможет ударить ею. Нет, он может ей ударять, даже если... Да! Что? Я еще появился в этой штуке, короче! Ага. Под дебафом. Может быть, надо стоять позади него, чтобы... Я еще и атаковать не могу! Под дебафом. Ах, что? Джанрил! А.
Блин. Одна. Ну, блин, типа ж... Что не подействовало? Он всегда действует. Когда он замахивается сильно, когда он не прыгает, а просто замахивается и бацает им по... Вот, когда он делает так, это всегда действует. Да блин, я... Что? Ее нельзя отбить? А-а-а. Да блин. Да это действительно очень, не очень. Серьезно, блин. А я тоже так хочу! Зараза! Блин. Смерть. Сейчас, подождите. Ты уже просто лежишь такой, и он тебя пуф, добивает. Извините. Мы возвращаемся. Да. Что? Фух, да. Да блин, оно еще и...
Да. Добьемся своего. Так, давайте мы сегодня все-таки пройдем этого босса. Я пока не знаю как. А, блин. Что? Доджи? А. Он просто неуязвим на это время становится. Блин, ау. Блин. Ах, в этот раз я был близок. По-моему, это самый мощный босс из всех, что были. Да блин, да хватит уже. Блин. Опять шар. Вообще. Понимаю, как чувствуют себя мобы в этой игре, как его там, Арчеро. Ага, я тоже сегодня не думаю. Да отстань ты от меня со своими круговыми атаками, бесишь. Так, игра со скакалкой. Там, где подходящий центр круга встает, будет скакалка. Остальные должны подходить. Штука в том, что у него есть дебаф, который запрещает мне прыгать. Ага. И помимо всего прочего, этот шар... Шар. Так. Подожди. Дай-ка чем-нибудь побыстрее попробую его убить. Все равно мне надо к нему очень близко подойти, чтобы не попасться под шар. Ну или... Блин. Ну, блин. Ну, типа, что... Я просто не могу ничего сделать. Хотя я могу попробовать убежать, конечно. Но мне кажется, это не особо сработает. Я пробовал. Подожди, а ты можешь нафиг свалиться? Короче, как только он эту штуку делает, надо, скорее всего, начинать бежать. Иначе просто не успеваешь задоджить атаки. А, блин. Да, я же начал прыгать уже. Ну,
Шикарный суицид. Там кто-то говорил о сильной атаке. О-о-о! Круга. Меньше скорости. Можно атаковаться. Да блин, как ты все равно попал по мне? Ударной волной. Блин. Да что это такое? Его ж не было. Выплюнул только что. А чё? Да ё-моё, ну что ж ты? Чё ты бежал под шар? Да я просто один раз под него не попал, вот второй раз решил, думаю. Да, да. Да. Бесишь? Нельзя так делать. Да блин. Да блин, не делай так. Ага. Так, мы бежим. А, ладно, окей. Нет. Я хочу сегодня пройти этого босса. Ага. Ага. Ну спасибо, спасибо. А чё ты не стал это раскручиваться-то, друг мой? Крутился бы. Ага, вот теперь ты, значит, стал раскручиваться, да? А все, а поздно, а раньше надо было. Ну да, давай. Так, а если пробовать еще какое-нибудь оружие? Ну, зонтом точно нет. Да блин. Да блин.
Да. Надо было все-таки добрать 800 монет. Тогда бы мы уворачивались немножко пошустрее. Это, не знаю, нам помогло бы или нет, но... Да блин. Тут типа вообще без вариантов. Ну, типа Unreal что-либо сделать. Да я ж прыгнул. И тут я тоже прыгнул. Да. Подожди. Блин. Да блин. Слишком мощно. Блин. Неуютно. Что? Ага.
Ха. Блин, почему нельзя никак задолжить эту атаку? Там же 100% должны какие-нибудь условия выполняться, чтобы он мог так делать. Но иначе это было... Иначе это будет совсем... Не совсем. Делаешь щели. А блин. Вот оно что. Понял. Короче. Тут такая долбанутая система. Если хочешь освободиться от этого камертона. Да. Блин, до меня долго доходило. А еще это unusable. Можно как-нибудь этими бить клавишами? Так, все, отлично. Мышь убираем. Блин.
Да, ну не делай так больше. Так, да, из минусов. Я пока просто не попадаю по нему. Но ничего, я учусь. Почему ты возрождаешься не в ту сторону? Бесит. Честно, бесит. Да блин. Так. Ай. Да блин. Меня бесит этот шарик. Он же зачастую вообще непредсказуемый. Сейчас мы возьмем, нажмем на еще раз.
не делает это. Да. Ладно. Что? Что это за Тимбер? Блин. Это было, наверное, ближе всего, что было до этого. Да блин. Бесит. Из минусов он иногда становится абсолютно неуязвимым. Спасибо. Да. Был рад пообщаться.
Что? Да блин. Ай, блин. Последняя стадия началась. Наверное, я надеюсь, что она последняя. Блин. Почему только пробел действует?
Да. Можно сказать fatality. Ладно. Да блин. Но он же уже почти был убит. Да. Да, лучше всего можно было найти. Ну нафиг. Блин, это же реально не умеет. Блин, это было долго. Это было очень долго. Мы победили безмолвного слугу, и его энергия души добавлена к вашей. Теперь, если удерживать заклинание стрела дольше, выстрел станет заряженным и нанесет больше урона. Это было долго. Ладно.
Но я полагаю, на этом мы на сегодня заканчиваем. Мы и так задержались чуть ли не на час. С вами был Лунолют. Увидимся на прохождениях.